Что мешает ядерному разоружению КНДР? Как Казахстан может помочь этому процессу? На эти и другие вопросы ответили участники второго казахстанско-корейского форума по денуклеаризации Корейского полуострова. Мероприятие организовано фондом первого президента Казахстана Ельбаса совместно с Корейским фондом. За дискуссиями наблюдал наш корреспондент в Сеуле Владислав Цой. Участники казахстанско-корейского форума констатировали, что переговорам по денуклеаризации мешают несколько факторов. Это и недоверие Пхеньяна к Вашингтону из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном, и, как назвали его эксперты, риск Трампа, означающий, что 45-й лидер США может проиграть президентские выборы в следующем году. Тогда американо-северокорейские соглашения не будут выполнены. Эксперты Казахстана и Кореи также считают, что денуклеаризация КНДР не может осуществиться без участия Пекина, имеющего сильное влияние на Пхеньян. Акцент надо ставить не только, а может быть даже и не столько на меры давления, каковыми являются санкции. Они где-то могут быть полезны, где-то могут быть, я имею в виду, применительно к корейской вопросу, эффективными, но этого явно недостаточно для того, чтобы закрыть проблему полностью. Для этого нужны меры доверия. Очень интересные идеи по дальнейшему развитию этого процесса, по дальнейшему развитию дискуссии между экспертами Казахстана и Кореи с возможным привлечением экспертов других заинтересованных стран, экспертного сообщества КНДР, экспертного сообщества Китая. Испытание оружия массового поражения в КНДР много лет беспокоит жителей Южной Кореи. Конечно, вероятность ядерной атаки Пхеньяна на Сеул мала, ведь в этом случае пострадает весь полуостров. Но влияние радиации с полигонов Северной Кореи на южного соседа не исключено. И здесь помочь может наша страна. Между ядерщиками Казахстана и Южной Кореи подписан меморандум о сотрудничестве, по которому южнокорейские специалисты изучают Семипалатинский ядерный полигон. В рамках контракта США в 2012 году начато детальное обследование испытательной площадки. Целью работ явилось обнаружение мест возможной концентрации отходов ядерной деятельности и дальнейшая нейтрализация. Казахстан после завершения ядерных испытаний, участвуя в американском проекте «Омега», провел серию химических взрывов на Семипалатинском полигоне. Тем самым изучил связь с характеристик сейсмических колебаний советских испытаний. Результаты могут быть эффективно использованы при проверке, аналитике и оценке северокорейского испытательного полигона Пхонгери. Южнокорейские эксперты изучают вопрос предоставления гарантий Казахстана во время отказа от ядерного оружия. За предоставление таких гарантий КНДР ядерной пятеркой выступил в январе 2018 в Совбезе ООН Нурсултан Назарбаев. Я думаю, очень глубокий смысл имеет предложение фонда первого президента Казахстана о проведении следующего заседания по денуклеаризации рядом с Семипалатинским полигоном. И не только с участием специалистов Южной Кореи и Казахстана, но и с привлечением экспертов КНДР, Китая и России. Организаторы форума, Корейский фонд и фонд первого президента Ельбасе будут сотрудничать не только по решению ядерной проблемы полуострова. Стороны договорились поддерживать талантливых молодых ученых и предпринимателей. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Южная Корея.